И третий способ наращивания — с помощью электронаращивателя. В нашем магазине представлены три вида электронаращивателя. Сейчас они появятся у вас на экране. Вот, ложим ващину, опять-таки используем лекало. Лекало с водичкой. Лекало, да, смочили водичкой, чтобы не прилипало. Наващиватель 12-вольтовый, поэтому полностью безопасный. И поочередно каждую проволоку замыкаем контакт. Видите, он пропаливается. То есть проволока получается вставляется в ващину. Покажи результат. Все отлично, все навостилось. Очень быстро. То есть какой способ — это выбирать вам. А теперь покажем, как нельзя пользоваться электронаращивателем. Так, теперь показываем, как неправильно пользоваться электронаращивателем. То есть правильно пользоваться, как было в предыдущем наращивании. То есть каждая проволочка замыкается отдельно. Если замкнуть сверху и снизу одновременно, то произойдет вот такая вот штука. Какая-то из проволок нагреется больше и просто прожжет ващину. Вот, видите? Вот у нас просто ее порезало в тех местах, где нагрелось сильнее. Поэтому лучше использовать отдельно каждую струну проволоки.